Овен. Не лучший день для смелых и открытых действий, которые так любят овны. Чтобы добиться своего, вам придется притворяться и изворачиваться, что может быть противно вашей натуре. Но если у вас созрел тайный план, осуществляйте его немедленно. С каждым часом ситуация будет становиться все менее определенной. Телец. Самого здравомыслящего тельца сегодня может подвести сентиментальность. Это день, когда хочется излить душу лучшему другу, а если такового рядом нет, то первому встречному. Если вы завсегдаты виртуальных тусовок, то можете провести в сети добрую половину рабочего дня. Близнецы. В этот день многие готовы сыграть на благородстве близнецов. Возможно, кто-то захочет получить от вас материальную или моральную помощь. В это время для вас велик риск оказаться в ложном положении. Не стоит полностью доверять чужим словам и чувствам. Вами могут манипулировать. Рак. Предметом мечтаний раков сегодня могут стать далекие страны или виртуальные волшебные миры. Возможно, для вас станет очень притягательной мысль о получении высшего образования или духовного посвящения. Вы можете идеализировать тех, кто находится далеко от вас. Лев. Этот день может подарить вам удивительные впечатления, если вы заняты творческой работой или погружены в мир эмоциональных переживаний. А вот служащим и деловым людям, рожденным под знаком Льва, звезды сегодня рекомендуют проявить максимум собранности. Дева. Девы могут порадоваться теплоте и сердечности своих супружеских взаимоотношений, но должны быть осторожны в вопросах делового партнерства. Чем больше обещает вам начальник или коллега, тем выше вероятность того, что вы обольщаетесь. В это время не стоит заключать заманчивые договоренности, особенно если вы не уверены в честности второй стороны. Весы. В этот день многие весы оправдают свою репутацию людей нерешительных, но в этом, скорее всего, не их вина, просто ситуация вокруг складывается слишком неопределенно. В это время лучше заняться рутинной работой и поправкой здоровья. При этом не зацикливайтесь на результате, пусть вас увлекает сам процесс. Скорпион. В этот день скорпионы становятся более впечатлительными, ярче проявляется творческая сторона их натуры. Однако под влиянием эмоций вы рискуете утратить прежнюю твердость намерений. В руках дорогих вам людей, например, ребенка или любимого человека, вы будете легки, словно воск. Стрелец. Возможны перемены в доме, в семье и на далекой родине. Ваши домашние могут ожидать от вас больше, чем вы можете выполнить. Не исключено, что вы захотите помочь всем и каждому, но учтите, что это благородное желание будет трудно осуществить практически. Типичному стрельцу в эти сутки вредны излишества. Козерог. Свои обязанности козероги сегодня выполнят не из чувства долга, а по зову души. Вы сделаете в два раза больше, чем обычно, если захотите помочь симпатичному коллеге или морально поддержать близкого родственника. Настроиться на выполнение рутинной работы поможет музыка или задушевный разговор. Водолей. Сегодня проще тратить деньги, чем их копить. Не исключаются крупные расходы на ценные вещи, на романтические поездки, на экзотические лакомства, а также на благотворительность и саморазвитие. Щедрость водолеев сегодня может иметь двоякие последствия. С одной стороны, расходы могут быть быстро возмещены. Рыбы. Искренние чувства рыб в этот день нуждаются в контроле. Выражайте свои переживания дозированно, иначе создается впечатление, что вы навязываетесь. Вашей эмоциональностью или верой во что-либо могут манипулировать. Сейчас стоит остерегаться авантюрных настроений. Не идеализируйте себя и других. Каждое утро вносит в нашу жизнь что-то новое. Теперь получить кредит можно быстрее, чем остынет ваш кофе. До 250 тысяч рублей за 15 минут. С переплатой всего 10,4%. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7100. Каким бы ни было сегодня расположение звезд, мы желаем вам удачи!